Больше 2 часов остается до начала первого полуфинала конкурса Евровидения, который пройдет в Белграде. Нашу страну представляет Дима Билан. Из 19 исполнителей, которые сегодня выйдут на сцену, его шансы на выход в финал оцениваются как самые высокие. В этом не сомневается и наш специальный корреспондент Ася Емельянова. Вроде бы репетиция, но волнение как в финале. Продюсер Яна Рудковская на коленях. Сама бережно обклеивает гримерку Димы Билана. А его муза и модель Лена Кулецкая подправляет прическу бэк-вокалисткам. Эдвин Мартен настраивает и себя, и скрипку. Именно на сцене арены он ждет от Страдивари самый сладкий, как он говорит, звук. Когда я получил ее, я целую ночь не спал. И утром, когда первые звуки сыграл, я влюбился. Говорят, это уже не в команде самые крепкие нервы. Олимпийский чемпион Плющенко знает, что такое, когда между золотом и серебром полбалла. Чуть прикасаешься, и кожа остается, видите? Это обычные коньки, но острее в 2 раза. Лед, на котором он будет кататься, пластиковый, тяжелый. Но даже на этом 5-метровом кусочке Женя умудрится сделать и перебежки, и кораблик, свою знаменитую дорожку, и даже 2 прыжка в 1 оборот. Это пластик, поэтому контроль конька, контроль вообще всех движений в 1000 раз должен быть сильнее. Поэтому не дай бог что-то произойдет, не дай бог там выскочу за эту сцену или упаду, или еще что-то. Дима 18-й – это отличное место для финала, но перед ним еще первый отбор сегодня. Вместе с сильными финнами, Арменией, Азербайджаном и Грецией. Это новый и самый крупный зал на Балканах – 25 тысяч мест. Но на финал и даже полуфинал попадут не все. Билеты остались лишь на генеральную репетицию. Но, по сути, это то же самое Евровидение. Свет, звук и даже хлопают также перед выходом Димы Билана. Но почему-то именно на нашем номере всегда бывает исключение. Диму просят остановиться и попробовать еще раз, якобы барахлит свет. В такие случайности уже сложно верить. Но голос Билана вряд ли дрогнет, даже если такое случится в финале. Мы выиграем, конечно, выиграем и победим. Будем орать, будем бежать вместе с нашей страной. С этим микрофоном будем стоять уже мы. После последнего прогона разбор полетов и прыжков. Вряд ли уже можно что-то изменить, движение камеры света в памяти компьютера. Но слегка подкорректировать еще можно. Взял, заявил, остановился. Останавливаюсь. Говоришь, уходи, потому что я тогда остановлюсь. Я тогда тоже постою, понимаешь? Ася Емельянова, Евгений Лагранж, Вести, Белград, Сербия.